человек, по ВВП на душу человека, по промышленному потенциалу. Вот, кстати, это шестое место. То есть губернатор ставит сейчас третье место там, за один год. Но это просто нереально. То есть таких, таких наиболее развитых областей, как Башкирия, Татарстан, Нижний Новгород и Самара, мы не то что не догоним, наверное, не догоним никогда. Значит, с чем это связано? Тут связано с тем, что область дотационная. Значит, консолидированный бюджет там около 40 миллиардов, там, ну, в районе 40 миллиардов, а консолидированный бюджет Татарстана 160 миллиардов. То есть о каком мы можем в экономическом рывке, который предлагает нам губернатор сделать, говорить? Бизнес пока еще закрыт. Закрыт к такому конструктивному диалогу, к общению. Я ни в чем не верю уже давно, не первый год на свете живу. Не надо. Вот лично мы, как компания, поддержки сильные от государства не ощущаем, даже наоборот. Вы поймите, что те ИПшники, у которых доход примерно 100 тысяч в год, они будут вынуждены закрыть, и они и закрывают. А нет ли варианта сделать 200 или 300 тысяч в год, чтобы не закрывалось? Все бесполезно. Почему? Потому что налоги у нас ниже не станут. Есть такой вариант, но, во-первых, это не везде возможно. Вы же понимаете, что есть ИПшники, которые работают в сельской местности, в маленьких городах. Там не может быть таких доходов. Там люди просто подрабатывают себе на жизнь. Вот у него есть пенсия 5 тысяч, ну вот еще 5 тысяч за счет ИП. Вот это его жизнь. И вот этих ИПшников сейчас закрывают. Ничего у нас не изменится никогда. Ну, да, а ИПшники все позакрывались. Где? Потому что в каком районе? Невыгодно. Новозеленский район, Вершовский район. А сколько закрылось? Ну, очень много. Мои все знакомые почти закрылись. Невыгодно. Ну, человек 5, там, 10. Ну, человек 10, да, точно 10. Ну, вот торговали, уличная торговля была. Тихаря, подполье ушли все. Сумками по организациям ходят. И когда, значит, вот такая позиция звучит из средств массовой информации о том, что ну да, ну, закрывайтесь и ладно. Ну, вы не хотите работать, вы не умеете работать, или еще какая-то. Ну, то есть это ваша проблема. Вот такая, как бы, такой посыл. Я думаю, что выживают сильнейшие. Загибается малый бизнес. Потому что поначалу дали, наверное, возможность его развивать, а теперь закручивают рычаги. То есть предприниматель, который взял там кредит или собственных средств начал заниматься любимым делом, понял, что помимо всего прочего ему необходимо заплатить налог, помимо подоходного, пенсионный, социальный, соцзащиту и прочее. Сегодня же мы говорили о том, что нужна подушка для прихода новых инвесторов, чтобы были маленькие предприятия, которые бы вот эту вот брюшину промышленности создавали. Но откуда она возьмется? Если сейчас как делается все для того, чтобы эти люди позакрывали свои предприятия. Соответственно, кредит даже начинающим предпринимателям не дают под удобный процент. То есть, получается, начинающий предприниматель работает на банк и деньги не зарабатывает. Потому что конкуренция высока, крупные фирмы предлагают гораздо ниже цены. Чтобы зайти на рынок, получается, приходится работать либо в ноль, первый квартал, а налоги платить ты обязан. Поэтому защита нужна начинающим именно предпринимателям. Те, которые имеют идею, имеют желание работать, но об этом ничего не знают. Я, честно говоря, пришел сюда, думал, мы будем обсуждать проблему управления. Да, а какой-то... А разговор ушел вот да, Я вот в начале марта был про, значит, делом Рейнской налоговой инспекции. Самый частый вопрос, который звучал от нового человека, который заходит в эту комнату, вопрос такой: а кто тут последний закрывать ИП? Предприниматели знали о закрытии ИП еще до начала этого года. Ну, либо знали, либо просто не хотели об этом знать. Мы, проводя у себя акцию за малышей, за микробизнес, мы смогли всего лишь навсего на территории Саратовской области собрать 2000 подписей. Ну, у нас закрылось только 5,5. Так значит, вопрос в чем? Может быть, им и надо было закрыться? В
Петровского района. По 500 сделать. ТКЗ закрылся, потому что, во-первых, очень сильно увеличился оплата за электричество в два раза. Во-вторых, в три раза выросли налоги. И отчисления в пенсионные, насколько я знаю, тоже в три раза выросли. В любом случае, делать можно и нужно что-то. Говорить о том, что должно быть больше представленной информации, очевидно. Но я помню, как об этом говорили 3 года назад на Совете по развитию малого и среднего бизнеса. Принципиальных изменений не произошло. Не потому, что все какие-то вот хитрые и злые и не хотят допускать это, а потому что, по всей видимости, нет четкого механизма персональной ответственности, четкое принятие решений и возможности эту ответственность за нее спросить. Я не знаю, вот то, что говорили, консолидация. 2000 подписей, 5000 закрытых ИП. Там, на Болотную площадь тоже выходит, извините, немного народу, хотя у нас налоги ухудшаются, государственные услуги монополизированы, и мы получаем их очень низкого качества за очень высокую цену. Ну, вопрос, да, как на эти вызовы реагировать? Каждый решает для себя. С увеличением в 2 раза страховых взносов в небюджетные фонды, пенсионный фонд в частности в этом году, многие решили, подумывают закрываться. Конечно, здесь возникает вопрос, как быстро закрыться для того, чтобы время не тянулось и не представлять на следующие кварталы отчеты. Потому что, проработав даже 1 день в квартале, вы будете обязаны, если даже приняли решение закрываться, обязаны будете, тем не менее, представить отчет. Если вы этот отчет не сделаете за тот квартал, 1 день, который вы числились, вам обязательно придет штрафная санкция за непредоставление отчета. Итак, первое, что вы приняли решение закрыться. Вам не надо ни в коем случае не ходить в налоговую инспекцию по месту регистрации, встречаться с вашим налоговым инспектором, брать акт сверки, потому что они вас будут посылать и требовать, для вы сначала будете должны заплатить, внести все. Вот. А вам необходимо будет взять форму номер R26-201. Она называется «Заявление о государственной регистрации прекращения физическим лицом деятельности в качестве индивидуального предпринимателя в связи с принятием им решения о прекращении данной деятельности». Это заявление вы записываете свои паспортные данные и после заполнения идете к нотариусу. Нотариус заверяет ваши паспортные данные и подпись. Вкладываете квиточек по в том, что вы оплатили госпошлину. Госпошлину вам должны будут реквизиты дать в любой налоговой инспекции. Там есть госпошлина. Это стоит всего лишь 130 рублей. То есть вы заплатили 130 рублей нотариусу, 130 рублей госпошлины. Эти 2 документа вы отправляете по почте. В течение 10 дней после получения налоговая инспекция вас извещает о том, что получено вами заявление. И в соответствии с законом о рассмотрении жалоб и предложений в течение месяца вам будет выдано свидетельство о прекращении вашей деятельности в качестве индивидуального предпринимателя. С этого момента вы считаетесь как прекративший деятельность. Хочу отметить о том, что закрывшись, это не значит, что с вас пишутся долги. То есть те имеющие долги, которые были у вас в пенсионном, имеющие текущие долги неуплаты налогов индивидуального предпринимателя, там, то есть земельные, всякие, они остаются. То есть вы обязательно потом можете в рабочем порядке, даже или в письменном, вам пришлют акт сверки и реквизиты, которые вы должны быть. И, конечно же, здесь рекомендации их обязательно в текущий квартал или год оплачивать. Если же сумма долгов набежала большая, рекомендуется, конечно, обращаться в арбитражный суд. То есть в соответствии с налоговым кодексом, там статьей 112, может быть, в этот период у вас были периоды болезни, тяжелые материальные затруднительные положения, и налоговый кодекс сегодня предоставляет, там написано, все
случаи, когда предприниматель может быть освобожден или уменьшены платежи за просроченный какой-то период. Я, например, в частности, каждый раз, вот я сколько подавал в суд в арбитражный, ни разу мне не было отказано. Подавал заявление о 10 раз уменьшении платежей, налоговых, об отмене штрафных санкций и пени. Как правило, арбитражный суд становится на сторону того, кто подавал это заявление.